Еще у меня тут работа, я сейчас собеседуюсь, вопрос короткий. Работа, крупная компания, американская, она всякие программы делает для компьютеров. И я вот туда собеседуюсь, там работать с университетами надо. И я вот засомневался, стоит ли туда идти, потому что это цифровые клещи потенциальные. Но моя работа, если я там буду работать, она не будет связана с этим, с тем, что сейчас в мире делается. Я не знаю, что есть. Если это будет для цифровации готовиться, то идти не надо, пусть делают другие. А если просто так, программа там писать или что, я не знаю, что-то о чем. В военном деле, конечно, нельзя. Ну, надо знать, о чем речь идет. Там А если хорошо. для студентов есть программы определенные, на которых они учатся. И моя задача будет это просто им объяснить, как в этих программах обучение проходить. То есть там нет. Ну, неплохо. Это дело другое. Да. Студенты. Студенты учатся, надо помогать. Тем более у тебя зарплата будет. И субботу, воскресенье сделай неприкосновенными. Чтобы они у тебя их не отнимали. Все. Да, спаси Христос. Да, с Богом. Да. Так, ну с Богом, до свидания.